Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Мы уже на нашем канале не один раз вскользь говорили про дуплексы, которые мы строим в станице Гастагаевской. У нас их на сегодняшний момент два штуки, которые находятся один на улице Советской под кирпичом и второй на улице Садовой под штукатуркой, под короедом. Сегодня хочу более подробнее поговорить именно об этом доме. У дуплекса есть свои преимущества. Так, Владимир Федорович со своим братом, они посчитали, что более экономичнее будет построить такой дом, дуплекс на двух хозяев, нежели взять два отдельно стоящих дома. Также интереснее то, что если одна семья куда-то поедет отдыхать, то вторая семья может присмотреть за всем его хозяйством. А может быть, вы захотите открыть свой гостевой домик, так как вы будете проживать в одной половине, а вторую можете сдавать. Каждая половина этого прекрасного дома имеет по 117 квадратных метров. Мы заводим также по 15 киловатт электроэнергии. Септик здесь 8 кубов, 2 отдельно стоящих, у каждой половины свой. И вода центральная заведена также в наш дом. Теперь давайте пройдемтесь маленько по двору. Хочу вам показать с обратной стороны, как они сделали уже свою террасу. Пойдемте посмотрим. Обратите внимание, хозяева сразу сделали себе вот такую уютную и прекрасную террасу, где можно посидеть, пообщаться, запланировать дела на новый день. У данного дома есть подвальное помещение тоже. У каждого свое. У этой половины здесь, а у той половины, соответственно, со своей стороны. Вход у них один, чтобы тем самым было больше места на террасе. Но я считаю, у них очень получилось хорошо, качественно и, главное, разумно. Пойдемте посмотрим планировку внутри. На первом этаже расположена прекрасная широкая гостиная, которая составляет у нас 28 квадратов. Пройдемте, отдельно стоящую сделали кухню. Она составляет у нас 13 квадратных метров, где может разместиться очень хорошая зона. Хозяин пожелал именно так. И есть санузел, который составляет у нас 3,6 квадратных метров, и прихожая. Лестница на второй этаж тоже стоит отдельно стоящим макаром. Вот здесь ее еще пока мест нету, но она будет здесь тоже устанавливаться. И выход на второй этаж. На втором этаже у нас имеется гардеробная комната, которая составляет у нас 2 квадратных метра. Санузел, который составляет у нас 7,2 квадратных метра. И 3 отдельно стоящих комнаты, которые составляют по 13 квадратных метров каждая. Конечно же, всех интересует стоимость этого дома. Смотрите в описании под видео. Если у вас есть вопросы, то вы можете звонить нам или писать под видео, мы обязательно на них ответим. Если вы запланировали приехать и посмотреть все, что у нас есть, все земельные участки и дома, которые мы строим, то мы можем вас встретить в аэропорту, расселить, показать все, что у нас имеется. Если кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте колокольчики, чтобы смотреть за нашими новыми видео. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!